За активное участие в реализации мероприятий моногорода Ленинско-Кузнецкого благодарственные письма были вручены руководителям предприятий СИПТ Борису Егорову, Кольчугинская химическая компания Кириллу Егорову, СИП Экопром Н Сергею Гамаюнову. За оказание помощи в трудоустройстве осужденных мэр города Вячеслав Телегин наградил благодарственными письмами руководителей трех коммунальных предприятий «Квартал», «Менеджер Плюс» и «П. Сопин». Кроме того, за ответственный и грамотный подход к выполнению мероприятий по совершенствованию гражданской обороны, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера благодарственные письма получили 16 руководителей, специалистов городских предприятий и сотрудников управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В связи с 20-летием образования комитета по управлению муниципальным имуществом самым добросовестным и профессиональным работникам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. После окончания церемонии награждения мэр Ленинско-Кузнецкого получил неожиданный подарок – картину от юных художников города. Эта работа была экспонатом областной выставки «Рисуем радугу Кузбасса», которую Вячеслав Телегин посетил буквально несколько дней назад. Напомню, что после знакомства с творчеством маленьких художников глава Ленинско-Кузнецкого принял решение организовать городской детский конкурс «Мой город».